Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон. И сегодня мы поговорим об одном очень интересном квесте. Квесте Immortal Throne. Наверняка каждый из вас задавался вопросом. Каждый, абсолютно каждый из вас. Даже тех, кто знает об этом квесте больше, чем я. Абсолютно каждый из вас задавался одним вопросом. Что это, блядь, за камни такие, нахуй? Вот сейчас мы сегодня о них поговорим. Сначала мы заходим на сложность, которую вы либо прошли, либо вы прошли большую часть четвертого акта. Для меня это норма. Заходим, значит, мы на эту сложность. Я зашел на норму. Телепортируемся в равнину сюда, если мы там не находимся. Ах, да, прежде чем мы телепортируемся, мы проверяем, есть ли у нас все камни на месте. Так, значит, у нас камни холода, яда, духа и огня. Отлично, все на месте. Значит, телепортируемся в вот сюда вот верхний город душ. Выбегаем нахуй отсюда. Смотрим, тут мобы. Тра-та-та, можно их не убивать, в принципе. Мы их пробегаем. Тра-та-та, а-ля-ля, я везу с собой кота. Мы бежим по лестнице. Тут герой. Чпохнем, ну, насрали, в общем, на него. Мы себе бежим по этой лестнице, интересной такой. Вот она очень запоминающаяся, мы ее запоминаем. Честно говоря, благодаря этой лестнице я, собственно, и запомнил о существовании этого квеста. Если бы эта лестница, я бы, наверное, и забыл вообще о том, что существует этот квест. Заходим вот сразу же, после как мы вышли с этой лестницы, мы заходим вот в эту пещерку. Тут трахладиты какие-то здоровые, мы их убиваем благополучно. Люблю это слово. Спускаемся дальше вниз и видим тут, кого видим, Аристонима. Бла-бла-бла с ним. Он нам говорит, что вот такие вот дела. Подходим дальше вниз, чуть дальше, в общем. Видим тут такие три столика для пива, короче. И начинаем, допустим, ну, мы не арабы, начинаем слева. Начинаем слева, тыкаем на алтарь холода. Бабах, на алтаре холода появляется камень холода. У нас он пропадает из инвентаря. Дальше клацаем на алтарь огня. Также появляется камень на алтаре огня, у нас он с инвентаря пропадает. Повторяем это с другими остальными алтарями. Так, все алтари на месте, как видите, точнее камешки. Из инвентаря они пропали. Так, мы от них избавились, круто. Дальше у нас открывается дверь, которая была за этими алтарями. Мы в нее заходим, бежим себе, опа, получаем лям опыта. В этой комнатке, в которую мы зашли, у нас тут 4 сундука. Два маленьких магических, один большой магический и один сундук четвертого акта из Эмира Иного. В общем, все открываем. К сожалению, на этом моде дропа как-то... А, даже два сундука из Эмира Иного. К сожалению, на этом моде как такового дропа нету, поэтому здесь ничего не получаем на этом моде. В оригинале на других модах здесь будет очень много золота, очень много дропа. Ну, а на этом моде, мод называется Шварцрукин. На этом моде мы никогда не получаем. Почему? Потому что автор мода просто, ну, в общем, у него свои бзики, свои тараканы в голове, и мы видим, что в четырех сундуках по квесту, что называется, квест «Сокровище Аида», «Сокровище Аида», самого главного босса этой игры, мы видим, что в «Сокровищах Аида» в пяти сундуках ни хрена нету. А благодаря чему? А благодаря нашему автору мода. Автор мода решил, что в сундуках, в дропе, а нихрена не должно быть. Ну, спасибо автору мода. Действительно, спасибо большое. Получили лям опыта. В принципе, это для этого мода нихрена не значит, потому что у меня уже лярд и 167 лямов опыта на 64 уровне. Этот лям просто ничего не играет. Он даже не заметен в полоске опыта. В общем, теперь вы знаете, как, для чего нужны эти камешки. Как проходить сокровище Аида, напомню, мы телепортируемся, четвертый акт царства мертвых, телепортируемся в равнины суда, выходим, пробегаем через мобов, перебегаем через лестницу такую затобразную, заходим сразу же в пещерку, пробегаем в пещерку, говорим там с типочком, дальше пробегаем вниз, видим четыре алтаря. Четыре алтаря просто классаем. Туда вставляются камни, которые лежат у нас в сундуке. Все четыре камня принимают свое местоположение, открываются двери. Мы заходим, видим пять сундуков, получаем опыт, завершается квест, и мы собираем дроп. В общем, на этом все.
Если вам понравилось видео и вы узнали что-то новое, даже если вы не узнали, узнали что-то новое, но вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, пожалуйста, вам же не трудно. Подписывайтесь на канал, тоже не трудно. Ждите новых видео. Всем спасибо. Всего хорошего.